Цифровой день – так называется мероприятие, которое регулярно проводит Вентспилсский дигитальный центр. Посетив мероприятие, каждый узнает о последних новинках, предлагаемых новыми технологиями. Представители различных сфер рассуждают о том, как сегодня и как в ближайшем и далеком будущем будут влиять новейшие технологии и последние изобретения на жизнь человека и деятельность предприятий. Мы приехали в Вентспилс, чтобы сказать большое спасибо предприятиям самоуправления за использование цифровых решений. Вентспилс – город электронных счетов. 100% все предприятия самоуправления используют электронные счета. Это позволяет людям забыть о том, что надо тратить время на то, чтобы просиживать в интернет-банке или еще где-то, оплачивая свои счета. Все это происходит автоматически. А свободное время можно потратить на свою семью, на развлечения. Электронные счета за коммунальные услуги вентспилсчане получают уже почти 2 года. Довольно долгий период горожанам было сложно привыкнуть к нововведениям. Но сегодня уже смело можно сказать, что система прижилась. И все больше клиентов выбирают электронный способ оплаты счетов. 73% клиентов получают электронные счета, остальные в бумажном виде. И сотрудничеством Светбанка новая опция, которую они предлагали, получить электронные счета в банке на свой банковский конт. Сейчас это удобство использует 370 клиентов. Что это значит? Это значит, что счет отсылается в банк. Клиент при получении извещения, что получен счет, он может сам оплатить этот счет. То одним щелком, нажимая «оплатить», оплачивается счет. Удобства такие, что не надо открывать электронную почту, переписывать на бумажке или скопировать номер счета, номер суммы, свой код клиента и так далее. Это все уже при получении в банке. Единственное, что надо нажать «оплатить». Да? Вентспилс, осуществляя стратегию развития сферы ИКТ, стремится стать цифровым городом и во многом уже преуспел. Для вентспилсчан использование технологий стало чем-то обыденным. У нас много амбиций относительно будущего, но мы уже многое реализовали. Вентспилс по праву может гордиться своей оптической сетью, учебными заведениями. У каждого педагога есть свой портативный компьютер, который им приобрело самоуправление. В каждой школе и детском саду есть интерактивные доски. Все эти вещи стремительно ворвались в Вентспилс, и каждый вентспилсчанин, раньше сталкиваясь с новыми технологиями, ощущал страх, боялся не справиться с ними. А сейчас вентспилсчане понимают, что всегда им поможет практически и морально дигитальный центр. И теперь на новые технологии они смотрят как на привычные вещи. Прочные позиции цифровые технологии заняли в предпринимательской среде. Редко какое оборудование не связано с современными технологиями. Кроме того, большая часть востребованных специальностей относится к сфере ИКТ.